Преподаватель Омского вуза пойдет под суд за взятки. В получении взяток обвиняется доцент кафедры теоретическая и общая электротехника Технического университета. По мнению следствия, во время летней экзаменационной сессии он лично получал от студентов очной формы обучения взятки. От 10 экзаменуемых преподавателю удалось получить в общей сложности 13 тысяч рублей. По данным следствия, данный преподаватель в июне 2014 года неоднократно получал от студентов очной формы обучения взятки в виде денежных средств в сумме от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, либо в виде бутылки коньяка за внесение в зачетные ведомости данных о сдаче ими экзамена по курируемой дисциплине. В преступлении доцент кафедры сознался. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора Советского округа. Впереди суд. Взяточнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки.